Виктор Федорович Боков был награжден и удостоен премии Ломоносова, Твардовского, Фатьянова, Рождественского. Однако главы награды госпремии ему так и не вручили. То ли из-за происхождения из лапотников, то ли из-за лагерей, но всякий раз находилась веская причина отдать ее кому-то другому. Обидно. Хотя, наверное, большим почитанием для поэта являются любовь и признание многочисленных поклонников. Я в рай не попаду, я слишком грешен. Жалеть ли сокрушаться мне о том, мне будет раем громкий дождь черешен, который я ловлю горячим, жадным ртом. Мне будут раем голоса живущих, шторм на море и шлюпки вдоль бортов. Мне будет адом, если в райских кущах я не найду простых земных сортов. Мне будет адом, если где-то рядом любовь подменит бытовой эрсац, преследовать начнет ревнивым взглядом и верностью ненужную терзать. Жить без любви — преступное увечье, уродство, оскорбление на земле. Мне будет раем правда человечья во всем и в поцелуе в том числе. И в заключение нашего вечера давайте мы все вместе споем песню Виктора Бокова на музыку Александра Аверкина «На побывку едет молодой моряк».
радостное мгновение наша программа окончена. И ваши аплодисменты. Хор ветеранов Кузьмица. Руководитель коллектива и аккомпаниатор Вячеслав Храмов. И пусть всегда в вашей душе и в сердце звучит настоящее русское.